Здравствуйте, меня зовут Мария, я приветствую вас на своем YouTube-канале «Из камней». Вчера на Wildberries я отвезла 500 единиц украшений, среди них бусы и браслеты, и вот такие якутские изумруды. По-научному этот камень называется хромдиапсид. Камни натуральные, природные, месторождения в России, на реке Инагле в Якутии. Камни не тонированные, не прессованные. Я говорила, что не будет больше поставок на Wildberries, но, к сожалению, на Озоне покупатели себя ведут не очень активно. И я все же решила сделать поставку очередную на Wildberries. Эти бусы из хромдиапсида, как и многие другие украшения, к вам придут в красивом бархатном мешочке, который приятно подарить или оставить себе для хранения украшения. В каждой бусине можно наблюдать структуру камня. Хромдиапсид – камень довольно мягкий, и для долгой сохранности камня я рекомендую его как раз хранить, чтобы он не терся от другие украшения. В тканевом мешочке его хранить можно или в висячем состоянии. Магические свойства хромдиапсида – это притягивать удачу к владельцу, охранять дом от плохих событий, защищать от дурного глаза, астральных атак. Хромдиапсид помогает наладить контакт и взаимопонимание с братьями нашими меньшими животными, потому принесет пользу ветеринару и дрессировщику. Кроме хромдиапсидов, отправлено на склад Wildberries еще очень много украшений, которые уже были в наличии. Среди них вот такие бериллы, здесь марганит, берилл, гелиодор, марганит, аквамарин и гелиодор. Давно не было в наличии вот такой голубой топаз, 4 мм диаметр, цвет очень-очень нежный. Кто хочет более насыщенный цвет, вам не нужно покупать эти бусы, потому что здесь светлый-светлый голубой топаз. Натуральный жемчуг, форма кукурузка, некрупный, примерно 4-5 мм, это чокер, укороченные бусы. Новинка на Wildberries, вот такие бусы из натуральных ризоколы. Посмотрите, какие здесь есть насыщенные синего цвета бусины. Гидротермальные цирконы, довольно крупные, 4 мм диаметром, очень красиво сверкают, наверное, даже ярче, чем шпинель, очень красивый блеск, посмотрите. Прозрачные и разноцветные. Очень нежный голубой агат, сапфирин. Вот он светлого-светлого голубого цвета, но бусины не крупные, но все же в некоторых бусинах можно рассмотреть ажурную, не структуру, а ажурный рисуночек такой, полоски, слои этого камня. Конечно, когда камень крупный, там и цвет насыщеннее, и рисунок более лучше просматривается. Но и такие бусы тоже хорошенькие. Раухтопаз натуральный, 4 мм, вот таким градиентом собраны все бусы. В перемешку, чтобы было, таких нет. Если на фото градиентом собраны бусины, то и доставлены вам будут тоже вот такие бусы. Амазонит 3,5 мм. Черная натуральная шпинель, это не стекло. 4 мм с огранкой, натуральная черная шпинель. Самая популярная модель, вот такие бусы из турмалина. Снова в наличии бусы из натурального танзанита. Они не крупные, но хорошенькие. Это шарик с огранкой 3 мм диаметром примерно. Посмотрите, это натуральный природный танзанит. Камни разных оттенков. В каждой карточке товара есть подробное описание, очень много фотографий на манекене, на мне, видео есть. Поэтому рассматривайте, я не буду больше много заострять внимание, потому что я уже много раз показывала эти украшения. Еще в наличии вот такой апатит, крупненький, примерно 4,5 мм. Точно не помню, сейчас перемерять не буду, в описании все указано, какой размер и диаметр бусин. Вот такой зеленый турмалин вердилит. Это, наверное, последняя поставка будет таких камней, потому что цены после недавних событий просто взлетели. И это редкий камень такой формы, вот где-то 20 штучек, наверное, я отправила на склад Wildberries.
Пока у меня нет в наличии таких камней, делать бусы не из чего. Поэтому и поставку тоже. Когда будет поставка следующего вот таких именно бус, я не знаю. Кому нравится, берите, пожалуйста. Великолепные гессаниты. Это одна из разновидностей натурального камня гранат. Гессанит. Посмотрите, какие оттенки. Коньячный, карамельный. С фурнитурой под золото. Вся фурнитура родированная, качественная, и каждая бусина проходит через руки. Сборка качественная. Все замочки проверяются, даже не представляете, сколько раз. Поэтому качество очень хорошее. 3,5 мм хромдиапсид. Нежнейшие вот такие натуральные камни. Если камень не натуральный, я об этом говорю. Не натуральный, есть только рубиновая шпинель, по-моему, браслеты только остались. И цирконы. Все остальное натуральное. Про цирконы сейчас сказала, не натуральные. Они не то, что не натуральные, они не природные. А кристаллическая решетка и химический состав камней идентичны природным, потому что они выращены в лабораторных условиях. То есть камни созданы при участии человека. Не какой-то искусственный материал, а цирконы только не природные, не созданы в природе, а созданы в лабораторных условиях. Это у нас зеленый агат, зеленый халцедон. Тоже популярная модель. Очень быстро раскупают эти бусы. Вот такой садолит. Бусы. И браслетик еще есть. Мало осталось. И тоже очень популярные модели и браслет, и бусы из натурального природного нефрита. Посмотрите, какая тут интересная структура камня, рисунок, включение есть. Очень много уже отзывов добавлено к этим украшениям. Почитайте, заходите, смотрите. Я оставлю ссылку на весь ассортимент украшений на Wildberries. Я еще не показала жемчуг, еще некоторые украшения не показала. Заходите, смотрите. В каждой карточке товара почти есть видео. Поэтому очень много уделяется внимания тому, чтобы вы смогли перед оплатой, перед покупкой рассмотреть украшения со всех сторон, во всей красе. Чтобы, когда пришли получать на пункт выдачи, сомнений у вас не осталось. Но все равно пишут, камни мелковатые. Диаметр камней, конечно, линейкой не измеряется, но вы возьмите, пожалуйста, линейку и посмотрите на самые маленькие деления на ней. Если написано диаметр камня 4 миллиметра, посмотрите 4 самых маленьких деления, как выглядят вообще 4 миллиметра. Конечно, это маленькие камни, но бывает еще меньше, бывает 1 миллиметр, 2, 3. Если вы любите крупные украшения, читайте описание, смотрите на видео. Даже по сравнению с моими пальцами видно, что камни далеко не крупные, но все же они и не мелкие. В основном украшения изящные, не из крупных камней, но и не мелочевка. Совсем уж 2 миллиметра. Раньше были у меня из граната, я больше не поставляю, потому что это совсем как бисер. Многим нравится, но большинству из покупателей показалось, что 2 миллиметра это слишком мелкие камни. Все украшения, которые представлены на Wildberries, собираются вручную. Каждая бусина проходит через руки. Украшения собираются с качественной родированной корейской фурнитурой. Все замочки проверяются, поэтому очень маленький процент, что вам придет что-то с браком. Я большое внимание уделяю демонстрации украшений, поэтому в каждой карточке товара есть множество фото, есть коротенькое видео, есть описание, поэтому смотрите, читайте. Вам придет такое же украшение, как вы видите на фотографии. Не забывайте также сходить ко мне на ярмарку мастеров. Там более 1850 готовых работ и очень интересных, оригинальных, авторских в единственном экземпляре, которые не буду повторять даже я, потому что у меня просто не будет похожих материалов в наличии. На этом сегодня все. Всем пока, до следующих видео. На этом сегодня.